В рамках партийного проекта «Старшее поколение» активисты Одинцовского совета сторонников партии «Единая Россия» провели информационную встречу с членами правления общественной организации «Дети войны». Ключевым вопросом встречи стала приостановка мероприятий проекта «Активное долголетие» в связи с угрозой распространения коронавируса. Участникам разъяснили, что людям старше 60 лет нужно особенно внимательно следить за своим здоровьем и по возможности находиться дома.